Все сделали свой звук под бит Моргенштерна, как бы, и это было достаточно давно. Но я думаю, чем я хуже, я бабушка, мне опаздывать можно, я тоже решила сделать свой звук. Но так как я ленивая задница и лень мне вырезать свои фразочки из видосов, я просто озвучу слова, которые я киню по жизни и которые описывают меня, да. В общем, спасибо за внимание, переходим к созданию этого шедеврального в огромных таких кавычках звука. Знаете, как неудобно таким голосом говорить. Поставьте лайк за старание, плиз. Мне, кстати, все-таки интересно, что сделал Слава. А, мы отвлеклись. Переходим к созданию звука. И да, бабушка, как всегда, решила начать свой звук с самой примитивной фразы, которую смогла придумать. Меня зовут Авралия, а ты дебил, будем знакомы. Шизофрения — это диагноз, но твое имя звучит как диагноз пострашнее. Чёртовы малолетки. Есть хочу, если ты не заткнёшься, я съем твою душу. Я не бездушная тварь, просто ты тряпка. Я же прикалываюсь, но почему ты обижаешься на мою шутку? Человечки такие прикольные. Ай, я тебя люблю. Маленький еще, чтобы спорить со мной, понятно? Пельмени топ, пельмени топ, пельмени топ. Не, ну рил, пельмени это святое.